теряет очень долго. Лена, вот нужно вообще парочку вам начать. А расскажите, как вам здесь хорошо? Вы что, 5 примерно, да? Я не знаю, я здесь красоты нет. А дом аварийный? Дом признан то аварийным, потом не аварийным, потом опять аварийным. Я, честно говоря, покупал в прошлом году узнать. Когда давал, остался. Ну, не знаю. Всем говорят, что его опять ввели в разряд аварийных, и как бы вот что-то было там движение. Но я в декабре отсюда съехал. Поэтому что-то сказать конкретно не могу, не участвую. А когда вы в декабре съехали, было какие-нибудь признаки того, что в скором будущем он обрушится? Ну, вы знаете, даже не потому, что признаки, а его, во-первых, бросили уже, что-то толком никто не обслуживает. Вот, себе снег сосет. Я хоть и съехал, но все равно я нанял людей за свой счет, вот там на моей стороне снег счистил. Угу. Ну, за мои деньги, как бы я просто. Там рядом квартира сгоревшая, ее тоже никто, ничего. Листы сорваны, я там просто забил окна сам, опять же, там сосед. Она сгоревшая, ее никто не делает, ничего, куда она, я не знаю, чья. Ну, в смысле, я знаю человека, который в ней жил там. Вот. Он сейчас живет там? Да нет, как живет там, просто. То есть там все... сейчас никто не живет, да? Там сгоревшая квартира. Угу. Нет, я имею в виду во всем доме. Не, во всем доме там живут люди. Вот я жил до последнего, там еще... У меня сосед живет, там вот одна женщина молодая живет, то есть, вот в той стороне. Угу. Здесь одна женщина жила, реально. Угу. В смысле, она живет сейчас, вот она и вышла сейчас. А кто обслуживает данное здание? Вот это я не могу выяснить. Потому что после пожара, все год 4 назад случилось. Все отказались, да? Пытались, вот как бы и то, и все, та компания куда-то съехала, как-то она растворилась, другую как-то и так вот не нашли. Короче, ну, я уже бросил эту идею обращаться к этим вопросам.